안녕하세요, 안녕하세요. Ким Нам Джун, более известный как RM, главный рэпер всемирно известной южнокорейской группы BTS. Автор более 150 песен, заботливый и ответственный лидер. Родился будущий айдол в Сеуле 12 сентября 1994 года. Когда мальчику исполнилось 4, семья переехала в город Каян неподалеку. Именно здесь Нам Джун провел свое детство и юность. Он был отличником в школе, и многие сулили ему успешную бизнес-карьеру. Однако пример в седьмом классе подросток увлекся музыкой и написанием песен, что, конечно же, не было одобрено его родителями. С тех пор он стал мечтать о карьере андеграунд-рэпера и даже выпустил несколько треков в коллаборации с Зика, известного на данный момент исполнителя и участника группы Block B. В это время Нам Джун был замечен Бан Ши Хёком, который предложил парню присоединиться к неизвестной маленькой компании Big Hit Entertainment. В 2013 году семеро никому неизвестных парней дебютировали на одном из музыкальных шоу. Интересно, что Нам Джун был единственным участником, который остался от изначального состава. На парня была возложена большая ответственность, так как он стал лидером BTS. Он всячески помогал и защищал других мемберов, пропуская хейт через себя. Однажды группа проводила общую трансляцию, и, будучи единственным, кто владеет английским языком, Нам Джун переводил остальным ребятам только хорошие комментарии, избегая негатив. А его было много, так как группа не добилась особой популярности в начале карьеры. Однако на этом их история не заканчивается. Слава все-таки приходит в 2015 году, когда группа выигрывает первую награду на шоу. Следом The Sun, или наивысшая награда в 2016 году, звание «Лучший артист социальных сетей» в 2017 на Billboard, коллаборации с иностранными артистами, рекламные контракты, выступления с речью в ООН и многое другое. Нам Джун – один из самых влиятельных людей в кей-поп. Он получает огромную прибыль от написания песен, рекламных взаимодействий и акций своей же компании Big Hit Entertainment. Стоимость его чистых активов составляет около 15 миллионов долларов, и эта цифра растет из года в год. Это позволяет ему вкладывать большинство своих финансов в недвижимость. В ноябре 2019 года стало известно, что айдол приобрел квартиру в одном из самых дорогих комплексов Сеула – Ханнам The Hill. Площадь жилья составляет 284 квадратных метра и стоит 4 миллиона долларов. Интересно, что парень внес сразу все деньги, без использования кредита. Также он поступил и с недавней покупкой, которая состоялась в марте 2021 года. Нам Джун купил еще одну квартиру за 5,5 миллиона долларов. Предполагается, что это жилье предназначается для его родителей, однако никакой подтвержденной информации на этот счет нет.